Блинкин обсудил с главами МИД Франции, ФРГ и Германии координацию по ситуации вокруг Украины. Госсекретарь США Энтони Блинкин обсудил с главами МИД Франции Жан-Ивом Ледрианом, ФРГ Анналеной Бербак и Великобритании Элизабет Трас координацию подходов к ситуации вокруг Украины. Стороны также затронули тему иранской ядерной программы. Об этом сообщает РБК Украина, ссылаясь на Госдеп США. Также Блинкен с министрами иностранных дел Франции, Германии и Британии обсудили совместный ответ в случае дальнейшей агрессии со стороны России. Они обсудили важность продолжения координации для сдерживания любой дальнейшей агрессии России против Украины и подтвердили существование консенсуса среди союзников и партнеров относительно того, чтобы обеспечить масштабные последствия и серьезный ущерб для России за подобные действия, говорится в тексте сообщении. Госсекретарь и его коллеги также обсудили общую обеспокоенность относительно темпов развития иранской ядерной программы на фоне того, что у Тегерана остается все меньше времени для возвращения в СБТЭ, совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Также он отметил, что были затронуты темы отношений Литвы с Китаем и ситуации с организацией выборов в Ливии. Ранее мы писали, что военные корабли США останутся в Средиземном море из-за угрозы РФ в Украине.